мой, надоело. Я же говорила все это в первой части нашего юбилейного представления. Но ради нашего замечательного оркестра можно и повторить. Не души, садовый кровь укроет.
Thank you.
простой и вид невзрачный, велел расстаться ей с мечтой о счастье на ложе брачном. Нет, ни одной. Так, нет? Нет, нет. Совсем нет? Совсем нет. Нет, нет. Ram, 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 ram.
себе не простил, если бы убил своих товарищей. Своих товарищей? Боюсь, ты не совсем понимаешь, насколько деликатно твое положение. Ты был отдан к нам в обучение, пока мне не исполнится 21 год. А вчера, 29 февраля, у меня как раз был день рождения. Нет, до твоего 21 дня рождения. Вот тут все написано. А, вот тут. Они у тебя раз в 4 года. О! Не хотите ли вы сказать, что вы обяжете меня остаться с вами? Потому что, если судить по дням рождения, мне только 5 лет с четвертью. Ой, да ладно. Нет, мы всего лишь напоминаем тебя в этом факте, а все остальное оставляем на твоей совести, чтобы ты подчинялся чувству долга. Своему чувству долга. Питер, ты раб своего долга. Нет, нет, Абаймов, нет. Ужасное открытие. Тебе обязан сразу изложить я. Я отдан был пиратом в обучение, пока наступит 21 день рождения. Но он настал. Но парадокс случился. В високосном я году родился. И этот день рождения настанет лишь через 80 лет. Не ранее. О боже! Ты мне разрываешь душу! Итак, прощай. Нет, не говори! Послушай. Thank you.
благополучно. Пираты оказались аристократами. Генерал-майор тотчас же женил на них всех своих дочек. Все счастливы и довольны. Happy end! Thank you.
и духовные сочинения, и старинное, и современное. Знакомьтесь, музыка 21 века, балийский композитор Карл Дженкинс, который был в прошлом в области рок и джаз-музыканта. Прозвучат три фрагмента из нашей программы: «Стабат Матер» и другие духовные сочинения Карла Дженкинса. «Кантус Лакримосус» – песня слез из кантаты «Стабат Матер». Солисты, лауреаты международных конкурсов Ольга Бук, Александр Тертель, Дарья Мельникова, дипломат международного конкурса Сергей Бобель и Александр Качалов. Thank you.
радуйся из кантаты «Стабат Матер». Солисты. Дипломат всероссийского конкурса Жанна Бадаля, лауреат международных конкурсов Евгения Малеева, лауреат международных конкурсов Андрей Кирсанов и Александр Качалов.
солисты. Лауреат международного конкурса Антонина Матвеева, лауреат международных конкурсов Ольга Сильченко, Валерий Никитин и Сергей Мельников. Санкт-Петербург.
соответствовать. Один из основателей театра старинной музыки, выпускник химического факультета ГУ, лауреат международных конкурсов Алексей Кокин. Театр
особенно экспериментальный и музыкальный, доживает до своего 30-летия. Сегодня театру старинной музыки 40. И я уверен, что еще мы споем на полувековом. Руководством маэстро Валерия Крейсберга. А сейчас нас приветствует и поздравляет постоянный и любимый гость наших концертов, солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов Дмитрий Степанович. Это один из самых солистов театра современной музыки, «Мочи Деричи», что в переводе с итальянского означает «поющие ежики», в честь первого произведения Константина Пикассо, который был этот ансамбль. Ансамбль в составе Карина Ибрагимова, Анна Сильченко, Ольга Боров, Ольга Сильченко, Евгений Валеева, Ростислав Ярцев, Максим Ганилов. Сегодня Дмитрий Степанович перед вами представит как и солист вас, и как дирижер, и как композитор, и как руководитель ансамбля. А вокальный ансамбль исполнит два фрагмента из цикла Дмитрия Степановича «Эпиграфы» на стихи Виктора Жижина. Радамес, солист лауреат международного конкурса Ростислав Ярцев. И Мазурка, солисты, лауреаты международного конкурса Ольга Сильченко и Дмитрий Степанович. Побережье от побережья за побережье по пустыне вдоль. Побережье от побережья за побережье по пустыне вдоль. Зря вежди полевые тропы несет с тревогом Радамес. Сверкают египтян, как совы, мечеников. Грозный лес, самый грозный в мире. Ты стрел, пока ты не одежды, храбрый являя жалкий вид, несут разбитые надежды. Вдает по пустыне грозным ходом.
Да, любят в нашем театре современные люди. С юбилеем театр поздравляет оркестр театра Союза музыки. Астор Пьецола, танго, «Tre minuta scola realidad» – «Три минуты с реальностью». Солистка Татьяна Седова, хореографическое соло, Анастасия Лебедева. Спектакль театра старинной музыки «Кармина Проплана».
на музыку кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана», на стихи Ваганта 13-го дня. Ровно в 5 глотов выпил я эту кружку. Тут число ран на теле Господа нашего. Великая добродетель целомудрия. Святой Доминик, чтобы испытать свою стойкость, часто клал себе в постель женщину. И после этого спал всю ночь безмятежно, словно ребенок. А святой Франциск Ассизский, еще только завидя женщину издали, убегал прочь. А святой Доминик за детских лет не стриг волос и бороды свои. А святому Франциску каждый день являлись духи умерших. А святой Доминик молил Господа, чтобы раны его не исцелялись до самой смерти. А святой Франциск принимал в пищу только масло с червями и вишни, объеденные улитками. А святой Доминик, еще будучи грудным младенцем, в постные дни отказывался от материнского молока. Отойдите, сейчас питья вашего настало. А ты же, Оба худо, первый-таки. Крестятся наоборот. За мной слуги Христовы. Я решаю, там пьем, и вовы пьем, и вовы пьем, и вежно пьем, и вежно пьем.
остальных, пока не поздно. Очевидное.
Проявим же благочестивую суровость.
Не пустим тебя, заглянуться.